тем людям, которые еще не пошли на выборы, я хотел бы пожелать все-таки пойти на них. Потому что более взрослое поколение людей, которые идут на выборы, для них это некое такое событие, у них уже выбор такой, по сути, ставший классическим. То есть он такой выбор, который они неизменен, он при любой погоде и любом состоянии, они пойдут проголосуют за ту или иную партию. А тем, кто делает это впервые, я хотел бы, чтобы они в первую очередь взяли на себя, опять повторюсь, ответственность. Потому что политический цикл не так часто происходит, а любые выборы – это возможность изменений.